трансформатор, выпрямитель, фильтр. И дальше у нас идет стабилизатор. Стабилизатор на базе у нас микросхемы сделан. Углубляться в том, как она работает, почему, мы тоже здесь не будем. Нам главное понять, что это микросхема, которая стабилизирует наше напряжение. Микроконтроллер у нас состоит здесь из двух частей. Первая часть – это сам микроконтроллер, у которого есть вот такая вот плашечка. Суть данного разъема в том, что можно поставить микросхему. На этой микросхеме находится прошивка. И она у нас как легко вставляется, так легко и вынимается. Ключ у микросхемы расположен там же, где и ключ плашки. То есть проблема в самих мозгах, вот, ну, вот, в самой прошивке. То есть вот у них вот, ну, их по-другому никак. То есть, ну, нужно менять прошивку. То есть, ну, вот в человеческой функции это не предусмотрено. В модулях стиральных машин прошивка предусмотрена.